Больше никого не убьешь. Не пойму, с чего вторая сестра решила, что ты чего-то стоишь. Она любит свои игрушки, но... Я не столь сентиментальный, по правде. Жаль тратить время. Покончим с этим скорее. Нужна помощь! Очко в мою пользу! Все кончено. Став инквизитором, я поняла, что пережить можно все. Для того, кто уже потерял себя, рука — ничто. Ты знаешь, я была джедаем. Будет весело схватить тебя. Ведь ты сломаешься, как и все мы! Ты злишься. Тебя ждет одиночество, пытки, унижение! Твоих друзей! Я не дам их в обиду! Тебе не остановить империю! Я остановлю тебя! Да, мы победили инквизитора. Мы думали, ты погибла. Рад, что ты жива. Надо возвращаться. Цера и Гриз ждут нас. Вон там! Да!
Иди, подкинь Стим. Нарушитель над нами. Беги! Тебе не выстоять против нас. Похоже, он надеется улизнуть. Дня без находки. Что это? Джедай, я тебя вижу! Не можешь завершить начатое? Все только начинается. Неприятный противник. Мне бы Стим. За мной должок.
Кордова считал, что ключ к хранилищу на Датамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Кэл, когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Голокроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором — это неизбежность. Но ты прошла через то же, что и она, и не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Голокрон Кордовы. Эй! А ну, убери лазер от моей еды! Наконец-то, пора сваливать!